Сегодня мною принято решение об увольнении со своих должностей ряда офицеров Киевского городского главка. Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков начал чистку милиционеров из-за конфликтов с новой полицией. Под горячую руку министра попали начальник Деснянского райотдела милиции города Киева и двое из Оболонского райотдела милиции. Причина – сопротивление новой полиции. Не хотите работать по новым правилам – работайте в другом месте. По-другому не будет, будет только новая полиция. Сказал, как отрезал. Впрочем, эксперты заметили, одними увольнениями ситуацию не исправить. Нужно менять всю систему в целом. Ведь получается, созданием новой полиции люди, в частности киевляне, еще больше разуверились в обычных милиционерах. Хотя функции и их задачи никто не менял. В свою очередь, новым патрульным и форма новая, и машины, и зарплата в несколько раз выше, чем у обычного милиционера. Правозащитники отмечают, внимание министра должно быть на должном уровне не только к новым патрульным, но и к давно действующих милиционеров. Их также нужно поощрять и, главное, общаться с ними и защищать, иначе назреет нешуточный конфликт между новыми и старыми кадрами. В результате интерес небольшого штата новоиспеченных копов очень быстро может раствориться в проблемной правоохранительной системе. Я не вижу, что может сделать одна патрульная служба, когда не изменена система. Какие бы камеры у них там не были, что бы у них не было, это не может изменить ситуацию в целом у нас с преступностью в стране. Новым МВД, пожалуй, считают иначе и уже выбрали механизм тем, кто не повинуется новой реформе – увольнения. Хотя в некоторых регионах уже просматриваются положительные изменения и для давно действующих милиционеров. Например, во Львовской области в городе Самборе вместо освобождения местных правоохранителей реорганизовали их работу, сделали гибкий график, приобщают и местных общественных активистов. Министр внутренних дел говорит, схему подобной реформы райотдела Львовщины планирует применить и по другим регионам. Возможно, именно такая реформа сохранит рабочие места нынешним правоохранителям и не будет увеличивать создание агрессии милиционеров к новым полицейским.